В Алматы лидерам АШИК позволят работать по правилам желтой зоны. Таким образом, график работы этих заведений будет продлен до 12 ночи в будни и до 2 ночи в выходные дни. Соответствующие требования указаны в новом постановлении главного государственного санврача города. Кроме того, при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников разрешенная заполняемость объектов будет увеличена на 20%. В салонах общественного транспорта будет звучать оповещение об обязательном ношении масок. А вот запрет на проведение конференций, форумов, зрелищных, торжественных и семейных мероприятий по-прежнему остается в силе.